Вот мы стоим на территории возле кожкомбината, также дома культуры недостроенного. И все с правой стороны. Ну, вот я видеопанораму делаю. Особенно вечернее время здесь. Очень интересно здесь картина появляется, потому что вечный огонь тут горит у памятника героям. Огонь горит. Сейчас мы ближе подойдем. Вот, высоко горит огонь. Тут здесь люди греются. Немножко прохладно тут. Но зато вот так. Там вечный огонь стоит. Дочка моя тут. С дочкой посетили, с племянником. Сама вот это вот стоит. Ну, хоть и вечный, но было время, когда он просто-напросто тух. Видно, что здесь неухоженный, никто за ним не следит. И мусор, и все. Вот там мы видим с вами дом культуры. Недостроенный, полуразрушенный. Достопримечательность Тараза. Там и жилые дома, пятиэтажки. Детская тоже надувная там вот. Типа как городок, такой резиновый надутый, там прыгают дети. И детей тут организовали в вечернее время. Улица Коммунистическая. С деревьями там тоже пятиэтажные кирпичные дома. Вот такая вот картина. Вырисовывается здесь. Кто давно не был, то могли с нами побыть.